Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Более 350 жителей Кировской области переселят из аварийного жилья до 1 апреля. Это жители домов, включенных в реестр аварийных до 1 января 2012 года. На настоящий момент программа в регионе выполнена на 93%. В частности, до сих пор в новые квартиры не въехали около 200 человек в Вятских Полянах и около 100 жителей Сосновки. В целом, в реестр аварийных домов, сформированные на начало 2012 года, были включены более 800 многоквартирных объектов на территории области. Объем финансирования программы превысил 3,5 миллиарда рублей, напоминает Ньюслер.ру. Дайджест недвижимости. Между тем, за прошлый год в областное правительство поступило несколько сотен жалоб от уже состоявшихся переселенцев. Роспотребнадзор сообщает, что фактов обращений более 300. В недавно сданных домах крошится плитка, холодно, пахнет канализацией. Кроме того, граждане жалуются на ненадлежащее благоустройство придомовых территорий. В реестр обращений по вопросам качества жилых помещений на 1 января этого года включена информация о 39 жилых домах. Все дома осмотрела специальная комиссия. Результаты проведенных осмотров направлены в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Дайджест недвижимости. Эксперты фиксируют рост спроса на вторичку. По итогам прошлого года в Кирове значительно снизилось число сделок с новостройками при равном увеличении числа сделок со вторичным жильем, сообщает Realty Group. Если в 2015 и 2016 годах доля сделок по договорам долевого участия составляла 40% от общего числа, то в 2017 году она упала до 26%. Причиной стало падение цен на вторичное жилье и большая доступность ипотеки на вторичку. При этом в прошлом году застройщики сдали 390 тысяч квадратных метров. Годом ранее этот показатель почти 500 000 квадратов. Падение по показателю введенного жилья составило 19%. В планах застройщиков на этот год ввести порядка 370 тысяч квадратных метров. Таким образом, аналитики фиксируют тренд на замедление темпов строительства, уточняют бизнес. Новости в Кирове. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.